Я уже привык, что мои родители наблюдают за мной в школе. И вот теперь я приехал понаблюдать, чем занимается мой отец за рабочее время. В Блоковском филиале АО «Апатит» необычные визитеры. Дети сотрудников компании приехали на завод, чтобы посмотреть, где работают их родители. Сами ребята много слышали от мам и пап о предприятии, но побывать на производстве многим раньше не приходилось. А потому сначала экскурс в историю, как, собственно, появился завод минеральных удобрений. И стали ученые думать, и оказалось, что у нас в стране 19 килограмм удобрений на гектар пашни. В Англии 90, в Америке примерно столько же, а в Японии вообще 300 килограмм. У них там все нормально с зерном, у нас не очень нормально. Поэтому что нужно было сделать? Произвести вот эти самые удобрения. Заводы, молодец! В музее Блоковского филиала АО «Апатит» собраны уникальные, исторически важные документы полувековой давности, экспонаты, рассказывающие о развитии предприятия. Вот архивные фотографии со стройки завода, а вот фото с отгрузки первой продукции. И листая страницы истории, ребята подошли к современности. Аммиак с фосфорной кислотой смешивается, получается смесь, которая потом проходит через барабаны, там она гранулируется, сушится. Получаются гранулы белого цвета, которые потом мы вывозим, вот видите, вагончики тут такие. Но не только своим высококачественным удобрением славится Балаковский завод. Как оказалось, многие ребята знают, что предприятия социально ориентированные. Спорт, культура, образование, поддержка чувствуется во многих сферах. Но удивительной и неожиданной для юных гостей завода оказалась экскурсия в храм, открытый недавно на территории Балаковского филиала АО «Апатит». Храм посвящен святителю Спиридону Триумфунскому. Очень чтимый, значимый святой, очень редко встречающийся икона храма. И сам по себе очень интересный. Существует такая легенда, что он до сих пор ходит по свету и помогает людям. После такого насыщенного трудового дня ребята перекусили в корпоративной столовой, отметив, что булочки с клубникой и вишневый компот наивкуснейшие, а затем отправились в спортивный комплекс сжигать калории. Бегал, качал мышцы на бегущем тренажере был, но на велосипеде там такой есть тренажер. У меня тут работает папа, начальник отделения. Вот сегодня ты посмотрела, как папа твой проводит рабочий день. Ты сама вот пришла бы сюда работать? Да, с удовольствием. Мне понравился музей, столовая. Я посмотрела, как работает мой отец. У них очень хорошо в столовой, очень все красиво, приятно, вкусно. На территории завода никто не ходит, все заняты делом, это очень хорошо. Вот сейчас я нахожусь в Фоке, здесь очень красиво, много места. Можно приходить сюда с семьей вечерами и играть в теннис, во все что угодно, в волейбол, баскетбол. Экскурсии на завод – это одно из мероприятий, проходящих в год 45-летия Балаковского филиала АО «Апатит», но с прицелом на будущее. Это своего рода профориентация будет. Может быть, им понравится. Они увидят, где трудятся их родители. И это привлечет их тоже, как молодых специалистов, к нам на предприятие. Детский день на предприятии удался. Многие ребята до этой экскурсии и не подозревали, что на заводе реализуются масштабные задачи, решение которых невозможно без труда их родителей.